Всем привет! У меня все хорошо, я жива-здорова. Как вы видите, я не являюсь заложницей, как кавказской пленницы. Я ни от кого не прячусь и ничего не скрываю. Младшие дети сейчас находятся на отдыхе с моей мамой. А старших детей я позавчера лично проводила на поезд в другой город. Я сейчас нахожусь в Москве, где, соответственно, работаю. Теперь, что касается бизнеса. У Владислава действительно 1% акций, что подтверждено вот этим документом. И он не принимает участие в управлении компанией. 20 лет назад я создала эту компанию. И сейчас это одна из лучших платформ для наших клиентов, для наших продавцов и для других наших партнеров. Недавно мы с командой приняли решение о том, что нам необходимо трансформироваться для того, чтобы сохранить темпы роста, развиваться и придумывать новые интересные истории для наших партнеров и для наших клиентов. Сделка полностью одобрена и поддержана, и спасать меня ни от кого не нужно. Для чего и с какой целью Владислав вводит в заблуждение других людей, и кем, и с какой целью была придумана эта история с непонятным рейдерством, честно говоря, для меня большая загадка. Я хочу сказать, что я очень сильно сожалею, что Владислав решил придать огласке наши с ним семейные трудности. Я считаю, что личная жизнь каждого человека – это личное дело этого конкретного человека. И буду рада, если мне позволят подробности моей личной жизни оставить при себе. Тем не менее, я подтверждаю начало бракоразводного процесса.